Ну что, всем огромный привет, с вами снова я, Кирилл, добро пожаловать на мой YouTube-канал. И сегодня у нас с вами будет очень интересное видео, мы с вами будем сравнивать аналоги парфюмерии и оригиналы. Речь у нас пойдет о бренде PD Paris. Вот, обзоры на данный бренд у меня просили достаточно часто. У меня уже есть на канале, по-моему, два обзора на этот бренд. И многие ароматы из тех, которые мы обозревали, оказались, ну, прям очень похожи. И мне данная рубрика, данный формат видео очень интересен, потому что, знаете, вот эта вот химпромышленность, вот это все производство парфюмерии, отдушек, оно с каждым годом все лучше и лучше становится. И реально, в прошлых затестах, я помню, меня поразило, можете найти это видео у меня на канале, меня поразило то, что Эпика Муаш оказался один в один, Бакара Руш оказалась просто один в один, и, по-моему, Хлоя О де Парфам тоже, ну, просто не отличить. Но больше всего меня поразил Эпика Муаш. Вроде бы в оригинале масла, там вся вот эта вот история сложная, но вот аналог звучал абсолютно так же, вот прям от начала до конца, и даже вот по шлейфу и по стойкости один в один. И сегодня я вам подобрал интересные экземпляры. Мы сегодня с вами будем сравнивать Armani Си, Шанель номер 5. И я специально на засыпку взял тот аромат, который вот у меня прям в памяти, потому что этим ароматом я пользовался, наверное, 3 недели, да, ну, 2 недели подряд практически, молекулу четвертую. И, короче, сейчас мы с вами поговорим о моих ощущениях, вот, похожи ли реально это аналоги этой парфюмерии на оригиналы или нет. Вот, от бренда PD Paris. Итак, давайте начинать. Короче, давайте начнем с Armani Си. У меня тут вот такая вот сотка. Ну, оформление флакона, ну, на свою стоимость. Оформление флакона на свою стоимость абсолютно. Сейчас я посмотрю, сколько стоит эта соточка. Так, Джорджо Армани Си, ну, вдохновление Джорджо Армани Си стоит 1590 рублей. Оригинальная, это у меня Палтос. Вот, лимитка к тому же. Ну, сотка где-то стоит, наверное, в Летуале около десятки, наверное, да? Ну, где-то так. 1500 виси десятка. Итак, короче, я их все перетестил, понюхал, разнюхал. Что могу сказать? Очень похоже. Очень похоже. Но, знаете, это такой разговор, смотрите, на человеке, на живом человеке вы их, короче, не отличите абсолютно. Ну, то есть, знаете, как я их тестил, давайте расскажу. Я наносил на одну руку оригинал, на вторую руку аналог. Ну, и в течение дня их обновлял и нюхал. И что вам могу сказать? Различия оказались минимальные. То есть, вы сейчас удивитесь по стойкости. Оригинал оказался меньше. Вот. Аналог оказался более стойким. Дальше. По насыщенности звучания аналог оказался более насыщенным. Оригинал менее. То есть, ну, как, наверное, все привыкли. То есть, вы наносите аромат, первые 10 минут он громкое насыщенное звучание, дальше он стихает. Здесь же насыщенное звучание от начала практически до конца. И так вот он слабо, тихо вот убывают, то есть по нотам, то есть, ну, по нотам, но это белые цветы, такая вот некая помадность. Люблю я Armani Си, вот, обожаю Armani Си. И по аналогу, ну, абсолютно то же самое. Короче, знаете, тут я подумал о смысле бытия, боже, о смысле бытия. О шоке, и серьезно, я бы на человеке совершенно бы не... Вот, например, подружка попшикалась, вот, ПД Паришкой, вот, аналогом на Armani Си, говорит, не, это Armani Си, я нюхаю, это реально Armani Си. Короче, понимаете,
То есть тут даже аналог оказался по неким характеристикам лучше оригинала. Понимаете? Мне кажется, мы куда-то смотрим не туда, что аналог превзошел оригинал. Ну, короче, этот аналог точно удался у ПД Парижа. Это огромный жирный плюс, потому что, серьезно, я в шоке. Потому что я помню те времена, помните, давным-давно, лет 5 назад, даже вот 5 лет назад все было очень плохо с аналогами. То есть они все были то кислыми, то какими-то очень нестойкими, то какими-то, блин, фиг знает какими. Но сейчас, вот год назад я тестил, 2 года назад, то есть сейчас вот огромный какой-то рывок, по-моему, в химпромышленности. И научились делать эти ароматы, которые превосходят оригинал. Короче, реально с этим миром что-то не так, и мировым брендам нужно задуматься о качестве и... То есть задумки своих ароматов. То есть это какая-то, знаете, суперпарфюмерия, супераналоги. Если вам нравится Armani Си, но не хватает стойкости, покупайте аналог. Очень похоже, прям, но один в один по аромату. Дальше давайте к самому теперь добавим каплю огня. Короче, Шанель номер 5. Вот. Тут оригинал, тут аналог. Я в 30-ке выбрал. Короче, тут уже идут расхождения, слава богу, а то я уж думал, что все будет одинаково. Тут уже идут небольшие расхождения. Смотрите, по Шанели я монстр, Шанельку я узнаю везде и по аромату, и по шлейфу, и держа в руках, отличу, что где находится. Короче, Шанелька номер 5, ну, мне кажется, ее все знают, это яркий, ярчайший, сначала идет альдегидный такой вот муар, потом это все успокаивается, прицветочнивается и идет база аромата. Что мы получаем в аналоге? Давайте, да, я даже пшикну. Вот. То есть, изначально уже первые ноты у аналога, они немного расходятся, они идут, знаете, не в альдегид, а в какое-то вот мыло, понимаете? То есть изначально уже немного что-то не то. Но потом, минут через 10, и вот знаете, что еще интересно? В аналоге я здесь еще слышу в начале ирис. Вот. Очень яркий, как будто это аналог на 19-ю Шанель, понимаете? Но потом, минут через 5, то есть абсолютная Шанель номер 5. То есть, понимаете, вот такая вот история. Абсолютная Шанель номер 5, то есть есть небольшие совершенно расхождения в базе, например, Шанелька номер 5, мне пахнет таким вот каким-то животным, небольшим каким-то мясцом. Вот как-то так вот сказать. Здесь же этого нет, здесь все намного мягче. Вот да, ирисовый, я бы сказал, вот это вот вдохновление на Шанель номер 5, он более ирисовый. Нарциссов я здесь особо тоже не ощущаю. Здесь больше идет упор на розу. Но, знаете, схожесть здесь не один в один, но как полноценный аромат, он ничего такой. Понимаете? То есть те, кто приемлет аналоговую парфюмерию, обязательно присмотритесь. У них есть Инстаграм. Зайдите, прочекайте потом сайт официальный. Тоже зайдите, прочекайте и группу ВКонтакте. Вот, то есть, и знаете, по подписчикам я тоже смотрел, многие у меня интересуются, и после моего прошлого обзора, то есть некоторые там начали делать телодвижения, петь дифирамбы, вот. То есть, ну реально, но Шанель номер 5 это не один в один, это другое. Не похоже, но как аромат, ничего такое. То есть я тут не слышу какой-то химии. То есть я бы не сказал, что аромат некачественный. То есть если его одеть в красивую бутылку, то есть это вполне себе аромат по мотивам Шанель номер 5, но немного другой. Понимаете? То есть не один в один не попадание, но аромат неплохой. Тоже, если вам интересно, переходите, возьмите себе на пробу. 30 миллилитров, сколько у нас тут стоит? 30 миллилитров стоит у нас 690 рублей. Ну, это, наверное, из-за того, что Шанель номер 5. Это всегда дорого. И дальше самое интересное, это Эсцентрик Молекула. Ее я взял 50 миллилитров. Покажу вам сейчас коробочку. Вот так вот выглядит флакончик, коробочка.
Вот, смотрите, что тут написано. Eau de Parfum. Лучшее люкс-качество на рынке Европы. Премиум качество со стойкостью до 24 часов. Тут они точно не наврали. Тут они точно не наврали. То есть со стойкостью это однозначно. И вот у нас сам оригинальчик. Ну, вы его знаете, я записывал недавно обзор. Вот. Что вам могу сказать? Тут я выпал в осадок, потому что, ну, вообще один в один. Вообще абсолютно один в один. Возможно, я тут начал какие-то искать, включать собаку-подозреваку, потому что вот в прошлые разы Баккара Руж 540 тоже была один в один абсолютно. Я тут начал подозреваку делать. То есть, может, они такие все суперхимические, что их так просто воссоздать, что их так просто, короче, сделать на них аналог, потому что, ну, Баккара Руж тоже это стопроцентная химия, молекулы тоже это химия. И, короче, конечно, ну, это шок, это один в один, то есть и от старта до невообразимой стойкости, от вот этой вот молекулярной базы, от этого грейпфрута, взрыва грейпфрутов при нанесении, и потом вот этой вот молекулярной кислинки, абсолютно один в один. Я, наверное, знаете, больше чем уверен, что и другие молекулы тоже будет с ними та же самая история. Потому что молекулы, они по своему химическому составу, в принципе, они несложные по воссозданию. И, короче, ну, это один в один абсолютно. Абсолютно один в один. Даже, знаете, я бы еще сказал, что аналог немного как бы ярче, насыщеннее. Если вот молекулу я перестаю слышать где-то через часа три, четвертую именно, то этот аромат я слышу на протяжении всей носки. Вот, и достаточно так вот ярко. То есть я его тестил на протяжении 12 часов. То есть, ну, я прям засекал по часам, смотрю, когда я наношу, ну и нюхаю изредка, как бы, и... То есть на оригинальной руке аромат уже более-менее как-то уселся, очень утих, то на руке с аналогом аромат был очень яркий и такой вот прям насыщенный. То есть это прям шок, знаете, для меня, потому что, слушайте, мир реально не стоит на месте. То есть люди, которые выбирают для себя именно... тот ценовой сегмент, который ему уместен. Есть люди, которые, ну, естественно, не могут себе позволить такой ценовой сегмент, или он у них не в приоритете, другие вещи в приоритете, то вполне аналоги смогут послужить вам заменой ароматом. Вот. Не думал, что я когда-нибудь это скажу, потому что раньше, я так много назад, я был очень-очень сильным снобом. Ну, потому что и раньше была совершенно другая ситуация на рынке аналогов. То есть они все были кривые косы, они все звучали, ну, то есть наперекосяк, совершенно не похожие на оригинал, либо какой-то химитятиной, либо какой-то кислятиной. То сейчас, ну, это реально лучшее люкс-качество на рынке Европы. Поэтому, если вы это приемлете, обязательно попробуйте этот бренд. Закажите, ну, на пробу. 50 мл, кстати, стоит 1090 рублей. Вот, в принципе, нормально. 50 мл молекулы вроде бы стоят... Сколько? Ну, 1006, наверное. 7, 8. Ну, где-то так, короче. 1000 против 8000. Вот, поэтому попробуйте, если для вас это приемлемо. Потому что я... одобряю эти варианты, серьезно. Но вот по качеству, именно по характеристике схожести, Шанель номер 5 не так сильно похож, как вот остальные. Остальные один в один, это не в один-один. Могу сказать, это такой вот прям вдохновленыш. А это абсолютные аналоги, серьезно. Поэтому пробуйте, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, люблю, целую, до новых встреч. Пока-пока.